Всем привет! Я проснулась, заварила себе чашечку кофе и попозже хочу еще сделать из творога. Завтрак себе, пачку творога, 2-3 ложки сметанки, немножечко сахарного песку и ванильки, ванильного сахара. Все это размешиваю и кушаю. 2-3 вилочки съем я, пожалуй, больше мне нельзя. Все, кто завтракает, всем приятного аппетита. Вот такой завтрак у меня получился. Творожная масса, творог, 2 ложки сметаны, 2 ложки сахара, пакетик ванилина или ванильного сахара. Все разминаем вилочкой. Хорошенечко все перемешиваем. Можно добавить ягоды, фрукты, кто что любит. Можно так прямо. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает. Делаю ужин. Замариновала курочку. У меня здесь крылышки и ножки. Маринад сделала, значит, соль, соевый соус, ложечка чайная меда, специи для курочки и лавровый лист поломала. Можно еще добавить чеснок. Вот. Буду делать в мультиварке вместе с картофелем. Картофель уже где-то примерно килограмм нарезала кусочками. Вот. Выкладываю туда еще курочку. Туда еще нужно будет 50 миллилитров растительного масла и 150 миллилитров воды. Соль, специи. Так, вода. Как раз 150, что ли, налила. Не вижу. Сейчас посмотрю. Да, как раз 150 налила. 150 миллилитров воды. Немножко посолю картофель, потому что у меня курочка соленая, а картофель нет. Так, сейчас как-нибудь вот так по бокам. Двигайся, курочка. Вот, посолю картофель. Вот так. Следующие мои действия. Сейчас я все помешаю. Все помешаю хорошенечко. Ставлю еще вставку пароварку и еще сделаю там немного брокколи. Вот так. И немного брокколи. Вот так. Наверное, лишку. Ой. Вот так вот. Брокколи солить не буду. Вот оно у меня будет вариться. Так, сейчас я включу на режим тушения на 45-50 минут. Вот так примерно. Поставила я режим тушения 50 минут. Вот. Будем ждать. Красивая она не была. Поэтому моя рабочая обувь — это кеды, кроссовки. И вот такие босоножки от Райкер. Они ортопедически очень удобные. Они на платформе, но она практически вообще не ощущается. Очень легкие и хорошо, что был мой размер. И, кстати, у меня точно такие же черные. Си. И мне очень нравится. И я взяла еще белые. Потом фалл, вот это я снялась. И такие материоны тканевые. Синечко. На шпильке. Ду. С открытым Ду. Носом. Все-таки иногда лежит? Мне хочется красиво нарядиться. Пойти в театр, в кино или в ресторан, в приличной женственной обуви, и я взяла вот такую красоту. Мне они очень понравились, смотрятся очень эффектно. Потом увидите. Красавчик. А еще кроссовки. Красавчик. Мой сундук с сокровищами. Красавчик мой. И еще одна рабочая лошадка. Это вот такие тканевые кроссовки, дышащие. Я в них просто влюбилась, потому что у них стелька-массажер. Я уж, знаете, как бабушка выбираю себе обувь, чтобы она, главное, была
мужа не дождалась еще с работы, у него еще дела, он задерживается. Кушай без него ужинаю. У меня вот картошечка тушеная с курочкой, с овощами, в данном случае брокколи и кусочек рыбки. Вот я себе почистила. Все, кто ужинает, всем приятного аппетита!